внезапно, талирно, алирно, балирно, солирно. Или как что? Это в простонародье называется, ТАПС. Любые четыре буквы можно расшифровать под это название, но каждый раз по порядку, собственно, не сегодня, потому что уже талирно, алирно, ага. Хорошо, против ага. меня конница, щитовница, копьеница и лучница. Окей. Я просто посмотри, как они работают. Поехали. То есть сами они не падают. О, как сказать. Ну, как сказать. Рипера поставить. Это что-то, это не рипер. Все обожаю нарезки. Просто посмотрим, стреляй чем-то. Давай просто посмотрим. Судя по всему, все любят в большей степени как раз таки нарезки с этой игрой. Конь вниз летит. Потому что мне нравится Куплинов, и одновременно эта игра очень упоротая. Очень. Так, хорошо. Но это имбовые войска, это ничего с этим не поделать. Здрасте. Просто здравствуйте. Добрый не вечер. Дошел. Как у вас дела, ебаные лидеры? Как разъебали. У вас дела? Почему вы им проигрываете, а мне проигрывать не хотели? Скажите, пожалуйста, скажите, почему, сука, почему ты не хотел мне проигрывать? Сколько у этой падлы хп-то? Сколько у нее хп-то? Какого хера она не сдыхает? Ему просто на меня насрать. Он срать хотел на меня, и все, что происходит. Он после смерти еще, сука, взорвался. Как, блядь, убить эту хуету? Как ее убить? Как? И что, блядь? Такое же истеричное. Бедняга. У него нервы железные в эту игру играть. А ты будешь что-то делать по визде? Да я вот думаю, что как-нибудь нам надо будет с собой на стриме ее начать проходить. Она, наверное, съедет и упадет. Ну, в принципе, это пожестче, чем Риггер, потому что... Да, Винчи? Не уезжай никуда, блядь! Он чуть не упал, потому что он уже практически упал. Колеса уже подкосились, понятно? Вот эта вот пипирочка, вот этот залупончик, который держит его. Это колесо. Какая-то продолговатая колесная шарика. Ну нет, ладно. То есть к ним нужно чем-то очень быстро подлететь. Колесная шарика. Вопрос, чем, возможно, пушкой. Возможно, можно взять королеву. Она вообще какая-то жесткая. Типа, а пусть она стоит вот здесь. А точно, а пусть она стоит вот здесь. Вот эта вот перегородка, она не даст мушкетчикам стрелять вот сюда. А я сам возьму ее под контроль и просто их всех уничтожу морально. Аккуратненько! Ушли, сука, встань за угол быстрее! Хорош, один мушкетчик остался. Ничего себе, она крутанулась. Ага. Да ладно тебе, я на пиратских островах таких мушкетчиков знаешь куда дала? Ой, в смысле, куда имела? Понятно тебе, не куда дала? Блин, нахуй от меня, хоть ты обнимался, отстань, драченец. На, вот тебе в пузо. А, вот, ебай лабиринт. Что там было, не знаю. Блин, нахуй от меня, хоть ты обнимался, отстань, драченец. На, вот. Вот, ебай лабиринт. Значит, куча узких проходов. То есть, по идее, стрелки вот эти, они становятся, по сути, бесполезны. Альберты, которые не смогут, вот эти вот альберты с длинными своими пиками, они не смогут этим пиками махать, по идее, нигде, кроме вот тут. Это раз у них алебарды, значит, они альберты. Ага. У них алебарды, они альберты, но пиками они не смогут махать, когда у них алебарды. Все логично. Вообще неплохо было бы залить здесь все нахуй маслом и поджечь. Они бы шли и коптились. Было весело, а мне бы еще веселее. Может быть, нам сдать их на входе где-то здесь? Типа, почему нет? Они тоже пойдут, это понятно. Когда уже добавят возможность командовать дурачками и говорить им нет? Что? Туши бесполезны. Заебись лежим-то. Хорошо, пацаны, нормально? Еба, вышли досрочный сбой, окей. Лежим без карты, сука. Валькирах здесь не разгонишься. Валькирах поставлю, они, скорее всего, заблудятся вообще во всем этом. Я попробую. Мне кажется, они просто заблудятся в этом лабиринте, потому что уровень называется лабиринт. Во, нормально. Ну да, ты был прав. Да-да-да, нормально, так и надо. Так и надо, давай себе ярости боевой, давай ебалом стену. Так и сделай. Так, окей, кто-то еще остался. Что происходит? Ну, они, по крайней мере, больше народу повалили. Как минимум, по крайней мере, здравствуйте. Такой осторожный, что? А что, нормально, нет? В лабиринте пацаны спрятались. Ты в меня палишь, да? Меня хочешь? Так, пойдешь на прием? Здравствуйте. Да-да-да, вот, орем. О, выходим на исход, стреляй! Молодец. Еще! Сука, альберты вообще не падают, ты понял? Они становятся, по сути, бесполезны. Почему я ору, потому что не альберты? Они не смогут этим пиками махать, по идее, нигде, кроме вот тут и где, кроме вот там. Блять, это невозможно. Я не серьезно не понимаю, что... Что с тобой не так, уровень? Что с тобой не так? У него нервы железные, продолжай в эту игру играть. Что с тобой не так? Секретные открыты? Не понял, а почему я секретных могу использовать? Серьезно? Я могу использовать секретные войска? Во! На расстоянии из-за угла. Гениально. На расстоянии из-за, сука, блять, угла. Не фартануло, не повезло.
Ну да, что-то не так. Я не... Блядь, как пройти этот уровень? Это почему постоянно есть какой-то уровень, который невозможно пройти? В любой компании всегда есть уровень, который невозможно пройти. Абсолютно. Тут много было его пройти. Кто, блядь, придумал этот гребаный лабиринт? Кто его, сука, придумал? Мы видели в других нарезках. Короче, ебать, серьезно? Серьезно? Ты знаешь... Я помню, как он с этого уровня горел. Знаешь, сколько это стоит? Ты знаешь, сколько стоит пушкать? Сколько стоит пушкать? Сейчас я тебе скажу, сколько стоит пушкать. Я скажу сейчас тебе, сколько стоит пушкать. Сейчас я тебе скажу, 250 он стоит. Ладно. 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 Это ладно. Это ладно. Вот это ладно. Конкретно вот это похуям. Вот. Вот? А чё не умираем-то? У вас чё, блядь, иммунитет как гнил, что ли? Ёб твою мать, вы чё, зубки сбежали, огня бояться перестали? Чё за херня? Почему они не горят? Чё за бред, сука? Утащили, блядь. Да, напугай, кричи сильнее! Кричи! Кричи! Пародируй ворону, блядь! Они пусть подумают, что вороны ещё живы! Это гарпунщика не убивается, нихера! Чем их убить-то, блядь? Я реально думаю, что их напугают вороньим криком. Хорошо. Почему так жестко? Почему? Ебать! А, ну и все, победа. Здравствуйте. Здравствуйте, я победитель. Здравствуйте. Здравствуйте, это я побеждаю сегодня. Смотри, я побеждаю красиво, да? А, я помню это! Давно же был так сделан, кто знал? Своего же, походу. То есть один, сука, хитрожопый черт, смотри, он взял, блядь, у своего друга на член. Поэтому... Там еще второй, на самом деле, такой же. Ну да. О, все, потерял. Так нельзя! Это нечестно! Ты что делаешь-то, мразь? Он половину моего отряда, сука, отвлек на себя. Они стреляют в труп, в этом смысла нет. Они стреляют в труп, а это... Ой, конь, ах ты ж мразь. Сука, хитрожопый. Какой хитрожопый, ты охерел, нет? Почему никто не катает мушкетеров? Почему у них все такие жирные? Почему их, блядь, невозможно убить, сука? Я не люблю вот это вот, когда делают в играх. Ты играешь, вот... Ты играешь, играешь, потом тебе дают этот юнит, ты начинаешь им играть, а он сосет в сравнении с тем, как он ебошил тебя. И ты такой... В смысле? А почему? А вот сейчас не понял. Как так-то? Да почему они все такие беспонтово, блядь? Не... Ты пос... Ой, я просто не могу. Ну, так, это вариант неплохой. Это вариант вполне себе даже хороший. Это прям заебоскин вариант. Ха-ха-ха, теперь поехали. А то и... Сосиски, блядь. Подожди, давай-ка поставим вот сюда вот. Такой эпик. Такая эпическая музыка. О, танку жопа. Я помню этот момент. Что? Какого хуя ты от нее выстрелил? Что за бред это? Ай! Это кто так посмел, сука? Стой, я ворона! Ебать! Я ворона! Ой, я упала. Пиздец, я ворона, я не умею летать. Я ворона, бляха, я не умею летать. Я ворона, я не умею летать. Да куда же ты их кидаешь-то, полудурочный, сука? Кидай их нормально в поле. Кидает в аут сразу, блядь, ничего не работает. Пиздец, блядь, что за уровни такие пошли дебильные? Почему это не работает-то никак? Кто вас успел убить-то? Сука, вас никто не стреляет! Почему вы все мертвые? Почему они, блядь, все мертвые? В них никто не стреляет! Как горится, бесконечно можно смотреть на то, как горит огонь, как кто-то работает и как Куплинов горит. Почему? Ну, да. Они мертвые! Почему? Именно в этой игре. Ты как сюда пришел, сука? Вы как допустили к себе проход в ноги-то ближний? Как вы, блядь, это сделали? Да что же происходит-то, сука? Сколько здоровья у этих упырей, блядь? Он стоит 250! Почему он такой сильный? Я уже просто не понимаю. Ну, это последний вариант, это просто это последний шанс. Просто наставил дубинами мужиков. Так, все, это не смешно. Был вариант с ледяными лучниками. Я охуею. Не сработало. Просто скачи туда, просто скачи. Просто скачи и делай там дело. Делай там дело, просто скачи вперед. Просто скачи и наводи там панику, пожалуйста. Навел панику. Ну ладно, допустим, первая половина выстрелов ушла в коня. Почему это нельзя победить? Почему? Почему это нельзя победить? Почему, сука? Почему это нельзя победить? Почему?
Всем валькирем жопа. Как это вообще работает? Всей толпой решили нахуй сброситься с обрыва. Просто всей толпой сброситься с обрыва нахуй. Поехали берсами бороться, поехали. Сейчас берсы покажут, что такое бороться. Да что? Что происходит вообще? Ох уж эти берцы, блять. Ох уж эти берцы. Куда они летят? Хуй их поймешь. Как, сука, их убить-то? Как? Ну это ж, блять, реально нереально. Как, сука, 50-40, 58 минут уже, блять. Вожусь я с этим сраным уровнем, блять. С одним. С одним, час, сука, почти что. С одним, блять. Жесть. Подбадривают, что ли, просто? Мне кажется, что как только ничего не получается, нужно буквально 2 минуты. Даже никакие 2 минуты, блядь. Минута не прошла, да? Просто на 10 секунд. На 10 секунд делать вид, что я начал играть без записи, чтобы сейчас вообще... Устрички сила. Непонятно, что делать. И оно, я не знаю, игра как-то понимает, что я перестаю разговаривать, наверное, думает, да хули человека мучить. Давай-ка я ему сдамся. И сдается. Я не могу, блядь. Толянка, Алянка, Солянка и Болянка. Почему-то Солянка вылезла вперед, возможно, потому что... Почему бы и не пожрать? Да, дружбанный, смотри, нихуя обнял, типа, с пацаном, ебан, войну пришел, нормально. Ну, я там выжил, конечно. У них глаза есть, они моргают. Я вообще на расслабоне стою, мне срать. Короче, я вижу одну идейку, уж не знаю, как получится, но можно сначала попробовать взять и поставить бардов вот сюда. Возможно, они, идя по этой траектории, просто упадут вниз. Я поставлю одного барда и буду за него играть. Можно я так сделаю? Я просто попробую. Стой спокойно. Нет, они почему-то не хотят падать. В смысле вы, бляха, не хотите падать? Почему вы не падаете? Вы должны когда вы поумнели. Не упасть. Натоптался. Ой, господи. Куда ты попятился? Куда ты попятился, дурачок? Так, это не работает, хорошо. Он будет управляться чисто мной. Чисто аккуратно, чтобы все было хорошо. Так, ну... Даже жнец аккуратно. Ай, ты куда же? Тихо! Даже на косе не удержался. Эти дырки происходят? Почему туда не взялись? Только меня, пожалуйста, не ждите, ребята. Дружественный огонь здесь не... Да куда же ты постоянно проваливаешь-то, дятел? Куда он проваливается, скажи мне? Ты нахуя проваливаешься каждый раз? Ну здесь, по идее, можно расстрелять просто всех лучниками и вообще не париться. Ну вот один мимо, второй мимо. Вот это хорошо, вот это неплохо, вот на это я рассчитывал. Они просто все провалились. Они просто все провалились. Хорош. А, это типа замораживающие лучники, вот что они цвет меняют. Они сигают в дыры тупо. Где ты, лох, блядь? Стой! Я не успеваю за тобой. Блядь, как назад ты вылезти теперь. Он улетел. Он улетел быстрее, чем я. А, сверху, кстати, меня победа ожидает. Блядь, как сатана из ада нахуй победила. Подожди, это тоже ведь совершенно не в их пользу вообще ни разу. Они все сиганут сейчас. Понял. Ебать, идея гениальная, смотри, родилась просто, ну, на раз. Смотри-ка, раз, смотри-ка, два. И все эти нахуй улетают вниз, смотри. Опа, блядь. До свидания. Я вспомнила, да, что я это видела. До свидания, говорю, стреляй. Это так же смешно. Ну да. Нет, блядь, прошло тоненько, но красивенько, конечно. Еще стреляй, пожалуйста. Давай, иди нахуй, да, действительно. До свидания. Копало дурки, поехали. Красиво. Кайфанула. А я почешусь. Нас Кёпа, я прокинулась. Ну как он? Чисто, знаешь, они с одной стороны сначала ушатают, потом другой. Во, хорошо. Во, красиво. Во, заебись. Катапульты тем самым, они просто... Ничего себе. Так можно было? Три Зевса, значит. Ладно, три Зевса, в принципе, неплохая идея. Может быть, поставить их ближе? Она в своего же попала. Троих. Уй, сука. Мысли. Прекрати, блядь, этим заниматься. Собака, блядь, прекрати этим заниматься, собака. Ебать, это штурм крепости, что ли? Сиге. Сиеге называется. Блядь, штурм, да? Ладно, сколько мне денег? 8 тысяч! Так за 8 тысяч я сейчас этот замок 7 раз возьму, нахуй. Так, баррикады. Хорошо, баррикады, замечательно. Сегодня прям идет красиво.
А вот это, блядь, нечестно. А вот это, блядь, нечестно. А вот это нечестно, я тебе говорю. Вот это нечестно. Это вообще нечестно. Это нечестно. Так, ладно, это нечестно. Я думаю, что за цифры, блин? Симулятион в игре под названием... Только на только... Бориска сосиска. А, сейчас не обидно было. Сейчас было не обидно. Сейчас обидно не было. Понятно, сейчас начну песня. Сейчас обидно было, а вот сейчас обидно было. А вот сейчас обидно было. Ты это знаешь, сейчас начнется вот этот Бориски сосиска. Начнется, не обидно было. Не обидно было сказано нормальным тоном, веселым, шутка, хуютка, все дела. До свидания. Что тут, блядь, за набор беспредела? Они просто валяются. Если ты будешь быстрее лететь, ты будешь вообще королева. Молодец, блядь, только не залетели, тебя затоптали. Ее затоптали. Ее затоптали, ее под колеса просто приняли. Просто под колеса. Правильно, они сами себя убивают. Нормально. Нормально, нормально, нормально. Так и было. Так положено. О, здравствуйте, валькирка залетела. Ни хера себе. Молодец, какая валькирка. Смотри, даже не под колеса. Молодец. Блин, кто зверька этим занимался? Какими веществами? Просто взяли рандомного разработчика и посадили озвучивать. Да, скорее всего, так и было. И он повеселился под бутылочку вискаря. Ну, либо чего-то другого. Куда валькирку-то я потерял? Потерял валькирку и все. Нихуя ты атакер такой пришел, сдавайте. Сдавайтесь, еба, я пришел. Сдавайтесь. Все, я пришел, я молодец. У меня есть патроны. Что, сдавайтесь, собаки, блядь. Сдавайтесь, если что, ясно? Такой нихуя братальный. Брутальный чувак. Брутальный. Так, хорошо, вот это уже нехорошо. Пойду в обход. Высунул пипир свой, смотри. Бля, тихо зацепился. Высунул там пипир свой, ты посмотри, какая собака. Высовывает он там. Мне тут высовывать не надо свои, понятно? Мне тут высовывать не надо. Высунул вот такой, смотри. А вот и я. Так, а где все? Я здесь, где все? Тихо, не кричи на меня. Мышь. Сейчас в жопец ему. Да, я помню это. Ебая, нормально подкрался. Подкрался прям по красоте. Ну а чё? Ну против лучников у нас очень хорошо работают мушкетчики. Прям красиво работают, если что. Вот, пожалуйста, и нет всей карты. Все, нет всей карты, смотри. И сейчас он посрёт. Можно мне одного дать, пожалуйста? Я катапульт просто расстреляю потом. На всякий пожар, ты, может, не додумаю. Первого раза. Перфект. Изи. Это что, Колизей какой-то, да? Well done! Thank you for playing through the simulator campaign. Окей, без проблем. Еще же и секретные войска, точнее, один секретный войск. Блин, с дубинкой они кучей ходят. Один секретный войск. Какой-то там, знаешь, летающий, что-то там крылья, что-то там он предлагает то ли купить. Там какая-то еще река участвует в названии. Что это такое? Короче говоря, он находится в сандбоксе. Вот и он. Ты понимаешь, он Купидона так описал. Купить река. Ну да. Лежит, еба. А вот и он. Как он говорится-то? Правильно? Как он называется-то? Это он? Да, это он купит. Что он купит? Ничего не покупай, не надо что покупать. Зачем он это купит? Я помню. Вот он. Ой, бля, он такой бесполезный, просто невозможный. Кто такой-то? Как ты выглядишь, блядь? Зачем? В чем твой смысл? Что ты делаешь? Я вспомнил. Да-да-да. Ну, скорее всего, он стреляет, это понятно. Скорее ну, всего, да он ладно. Может быть, он переманит на свою сторону кого-то. Так, он стал моим. Хорошо, он переманил его ко мне. Давайте попробуем еще разочек. Надо понять, что он делает вообще. Он переманивает на нашу сторону кого-то? Или он запрещает им воевать и заставляет целоваться? Свальный грех. Есть пробитие стрелой. Дима в шоке. Весьма интересный молодой человек заставляет сосаться всех между собой. В
прямом смысле этого слова чмокаться и в прямом смысле этого слова сосаться. Заставляет своих товарищ под именем Супид или Сурид. Было написано в английском варианте. Ну, как бы, я не знаю, с чем это связано. Возможно, это связано с тем, что недавно было 14 февраля, и как бы, типа, там, вот это вот все, вот это вот. Ну, а что, вот, Купидон и вот это. Так вот оно, да. Все поняли. Комментируйте, ставьте лайки, если вот речь лишь о игрушечках, в следующих обновлениях. Всем до встречи, всем пока. Ох, животик мой. Спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось. Вы поржали, как мы. И животик у вас не заболел, как у меня. В описании будет ссылка на оригинал, расписание стримов и ссылки на соцсети. Заходите на стримы, смотрите другие видео. До скорой встречи. Всем пока.